Добрый вечер. И, конечно, с Новым годом. С Новым годом! Как приятно встретиться здесь, в новогодние дни, у входа в Большую оперу. Это правда. И сегодня всех нас, а также тех, кто полюбил наш проект, ждет роскошный новогодний подарок. Пора начинать концерт. Давайте пройдем в зал. Добрый вечер, дамы и господа. Пожалуйста, приветствуйте Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением народного артиста Советского Союза, прославленного маэстро Владимира Федосеева. Большая опера сегодня здесь, в Большом зале Московской консерватории. Это становится уже красивой традицией. Именно так мы завершали и первый сезон нашего оперного проекта телеканала «Культура». И вот мы снова здесь. Мы благодарим ректора Московской консерватории Александра Сергеевича Соколова за любезное приглашение. И благодарим всех зрителей за внимание и интерес к участникам проекта «Большая опера». Они прошли 8 туров оперного состязания, но сегодня им предстоит взять новую высоту в этом поистине легендарном зале и в сопровождении одного из знаменитейших симфонических коллективов России и мира.
утром на эту сцену выйдет самый молодой, я бы даже сказала, один из самых молодых участников нашего проекта. В начале проекта он предстал перед нами предприимчивым Фигаро из оперы Моцарта, и сегодня он вновь в этом образе. Эта роль ему очень к лицу. Он так же, как и Фигаро, не теряет чувства юмора и не унывает в сложных ситуациях. На сцене Павел Червинский. Речитатив и ария Фигаро из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». Voi disposto, ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente, ed essa non è alcun. Buia la notte, ed io comincio mai a fare il scimunito mestiere di marito. Ingrata nel momento della mia cerimonia mi godeva leggendo e nel vederlo io rideva di me senza saperlo. Oh, Susanna, Susanna, quanta pena mi costi con quell'ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria? Ah, che il fidarsi a donna, è ogni orfallia. Aprite un po' quegli occhi, uomini cauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, guardate cosa son, guardate, guardate cosa son. Queste chiamate me agli ingannati sensi, a coi che vota i gensi, la devo le ragion. Notevole ragion, sono streghe che cantano per farci penar, sirene che cantano per farci affogar, civette che allestano per trarci le piume, comete che brillano per droglierci il lume, son rose spinose, son volpi erbacciose, son morte benigne, colombe maligni, maestre di canni, amiche di fanni, che tengo la mente a mare, lo sento, ti do, lo sento, ti do, no, 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 no. Il resto del tipo, ognuno lo sa. Aprite un po' quegli occhi, uomini cauti, sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico, sirene che incantano, il resto non dico, civette si allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico, son rose spinose, son volpi erbacciose, son notte benigne, con l'ombre maligni, maestre di cagni, amici di affanni, di singola mento, ora lo sento, lo sento, ti do, lo sento, ti do, no, 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 no. Il resto non dico, a lungo già lungo lo sa. Il resto non dico, a lungo già lungo lo sa. Ciao ognuno lo sa.
очень непривычно после выступления не слышать комментариев нашего жюри. Не переживайте, Алла, наше восхитительное жюри по-прежнему с нами и все так же пристально следит за выступлениями недавних конкурсантов. Я думаю, что они пришли не только полюбоваться на наших участников, но и проверить, насколько звучат их голоса здесь, в великолепном зале Московской консерватории. Приветствуйте наши восхитительные примадонны Тамара Синявская, Елена Образцова. Ну и, конечно же, наш профессор Дмитрий Вдовин. Сегодня в этом зале много наших почетных гостей, и мы всем очень рады и гордимся, что вы приняли наш проект. Ну а сейчас следующая участница. Своим изяществом и трогательной прелестью она покорила сердца и членов жюри, и зрителей. Ария Марфы из оперы Римского-Корсакова «Царская невеста» Евгения Сотникова. Вон, сыр и
сегодняшнем концерте наряду с участниками нашего проекта на эту сцену выходят опытные мастера, в том числе члены высокого жюри. Давний друг большой оперы, солист Мариинского театра, великолепный баритон Василий Гирелла. А за дирижерский пульт станет еще один член жюри, известный маэстро, наш итальянец в России, Фабио Мастранджело. На сцену готовится выйти еще одна наша участница. Екатерина Арну стала главной неожиданностью этого сезона большой оперы. Прежде она никогда не выступала на профессиональной оперной сцене и уж, конечно, никогда не пела в большом зале консерватории. Но наше строгое жюри признало ее голос алмазом, который при надлежащей обработке мог бы стать бриллиантом. На сцену выходит Екатерина Арну. Ария принцессы де Буйон из оперы Франческо Чилия Адриана Лекуврер.
Исполнением этой арии Дарья Терехова расположила к себе всех. Она представала в нашем проекте очень разной, то коварной соблазнительницей, то механической куклой, но больше всего многим она запомнилась босой Джульеттой с букетом ландышей. На сцене Дарья Терехова. Ария Джульетты из оперы «Гуно, Ромео и Джульетта». Thank you.
Наш следующий участник, к сожалению, выбыл из нашего проекта после отборочного тура. Но он запомнился зрителям, и сегодня самый подходящий повод услышать его вновь. Песня Варлаама из оперы Мусоргского «Борис Годунов». Встречайте, наш гость из Украины Сергей Замыцкий. У нашей следующей гостьи с большой оперой сложились особые отношения. В первом сезоне она намеревалась участвовать в качестве конкурсантки, но звезда ее восходила так стремительно, что это оказалось невозможно. Слишком плотным был гастрольный график. Но зато она всегда находила время приехать к нам в большую оперу в качестве гостя. Итак... Ария Аиды из оперы Верди «Аида». Встречайте, солистка Большого театра России, приглашенная солистка Берлинской, Баварской, Венской оперы, блистательная Динара Алиева.
parola. Vincitor del padre mio, la voce ancora dorme per me, per il dar mio d'una patria, una reggia nella industria, e c'è l'arma forza. Vincitor de miei fratelli, o Dio lo vedo, vinto del sangue mano, non parte l'uomo dell'Egizio corti, il caro re, mio padre, se non vinto tempo. Oh!
В отборочном туре нашего проекта мы лишились половины участников. Хотя среди них были и очаровательные, и талантливые, как две наши следующие гости. Но вот сегодня у нас будет возможность их увидеть и услышать. Жак Оффенбах, Баркаролла из оперы «Сказки Гофмана». Исполняют Ксения Дудникова и Алина Яровая. Голос нашего следующего участника ласкал слух и жюри, и зрителей. Его называли бархатным, чувственным. Сейчас он выйдет к нам в роли китайского принца и споет по-немецки «Dein ist mein ganzes Herz» – «Я отдал тебе мое сердце». Знаменитая ария принца Сухонга из оперетты Легара «Страна улыбок». Da nicht mein, so
В сезоне нашего проекта контртеноров не было вовсе. Но непривычность этого голоса для нашего слуха не помешала его обладателю обогнать всех соперников и стать победителем конкурса. Он стал открытием этого сезона большой оперы. Встречайте, победитель нашего проекта Владимир Магомадов и очаровательная меццо-сопрано Яна Меликаева, дуэт Вителли и Секстуса из оперы Моцарта «Милосердие Тита». Distinto assim.
не так просто оказалось из-за ее востребованности пригласить в наш концерт победительницу первого сезона большой оперы, но она не смогла отказать нам, ведь это был для нее счастливый старт. Она покорила сцены мировых оперных театров, она стала солисткой Большого театра, она стремительно взлетела на оперный Олимп. Ария Элеоноры из оперы Верди «Трубадур» исполняет певица, которая уже завоевала поистине международную известность, наша любимица Вероника Джиоева. Oh,
сегодня большая опера в Большом зале Московской консерватории. И, насколько я знаю, достать билеты на этот концерт было совсем непросто, судя по тому, что телефон у меня просто раскалился. Да, такое внимание зрителей дорогого стоит. И так приятно, что вот эти новые оперные имена открывает телеканал «Культура». Впереди у них новые постановки, новые страны, поклонники. Участник, который сейчас выйдет на сцену в одном из туров, буквально до слез растрогал некоторых членов жюри. Он не раз поражал всех красотой голоса и драматизмом. Речитатив и ария Ренато из оперы Верди «Бал Маскарад». На сцене Алексей Исаев. Perdute o memoria.
amo. Quando amo Бенибаева в нашем проекте проявила себя как сильный, волевой человек. Ее коронные партии «Травести». И для сегодняшнего концерта она выбрала арию «Вани» из оперы «Глинки» Иван Сусанин. На сцене Юлия Минибаева. Чугунные
Знаете, у меня доставляет даже, пожалуй, какое-то особое удовольствие объявлять уже в качестве специальных гостей, артистов, которые участвовали в большой опере, скажем так, первого созыва. Да, мы их рады видеть. Приглашенный солист Большого театра Сергей Плюснин и солист Геликон оперы Александр Миминашвили.
прозвучит неаполитанская песня Куртиса «Non ti scordar di me» – «Не забывай меня». Дуэт участников первого сезона сменяет трио сезона нынешнего. Конкурсные сложности сплотили наших молодых артистов. Они подружились, и кто знает, может быть, им еще не раз придется выступать вместе. Пусть они выступают на самых лучших мировых оперных сценах. Дарья Терехова, Алексей Исаев, Арсен Степанян. Дуэт из оперетты Лигара «Веселая вдова» они споют втроем. Thank you.
Wenn Schwangen flüstern, deinen hat mich lieb. Alle Schritte sagen diese, hat mich lieb. Jede Lüge der Wände deutlich mir beschrieb. Сейчас выйдет известный оперный бас, который был гостем нашего проекта, и мы сегодня рады его приветствовать. Он поет на лучших сценах мира, но в своем напряженном графике нашел время и для большой оперы. Сейчас вы услышите арию Кончака из оперы Бородина «Князь Игорь». Встречайте, Оскар Абдразаков! За дирижерским пультом вновь маэстро Владимир Федосеев. Пленник, а не гость
и ранили тебе и в саду синой плен. Мне отдам глаза, руки, а у меня бегать. Тебе дадут глаз, как саду, что дает твоим услугам. Oh,
хочешь, ты пленницу, с моря тайного чагу и больницу, и за Каспия, если хочешь, скажи только слово мне, я тебе подарю. У меня есть красавицы темные, косы, как змеи на плечи спускаются, очи черные влагой подернуты, нежно и страстно глядят из-под темных бровей. Что ж молчишь ты? В нашей программе еще один звездный гость. И надо заметить, что он тоже был членом высокого жюри Большой оперы. Мы сейчас в его исполнении услышим каватину Фигаро из оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». Победитель престижнейших международных вокальных конкурсов, покоривший ведущие сцены мира, Большой и Мариинский, Ла Скала и Метрополитен. Солист новой оперы Василий Ладюк. La 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 la
barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchia fanciulla, quale parrucca, vorresti la barba, quale sanguigna, vorresti il mio lienzo, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, quale parrucca, quale parrucca, ehi, Figaro, 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 ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che folla, una alla volta, per carità, per carità, per carità, una alla volta, una alla volta, una alla volta, per carità. Figaro, so qua, esci, Fabio! Думается, все уже заждались появления на этой сцене главного героя большой оперы и гадают, почему же он не появляется. Не будем вас больше томить. На сцене победитель большой оперы Владимир Магомадов. Неаполитанская песня Денца «Фуникули, фуникуля» на качелях. I'm not the one who's got the answers.
Этот чудесный вечер в Большом зале Московской консерватории близится к завершению. И мы хотим еще раз поблагодарить Большой симфонический оркестр имени Чайковского и маэстро Владимира Федосеева. Благодарим также сердечно всех зрителей и телезрителей, что были сегодня с нами. Мы уверены, что у каждого из наших участников большое будущее. И, думается, любовь к большой опере еще не раз объединит нас всех. Непременно встретимся на телеканале «Культура» в мире большого, настоящего искусства. Мы поздравляем всех с Новым годом. И новогодний сюрприз от наших участников. Джакомо Пуччини, ария Калафа из оперы «Турандот». На сцене все участники «Большой оперы-2013».